Ага, вот здесь, здесь. Слышал звук дерева, но звук как будто бы не с кабинки, не справа. Конечно, дам туда хайя. Вали кепку! Бля, баб, иди нахер. Короче, наверное, пойдем туда. Потому что этого чела хрен его знает, откуда его надо выковыривать. Понимаю. У нас еще с вами нет этого фонаря здесь. Это может не вышел общак, да похер. Не вышел, не вышел. Пацаны, типа на это было вообще плевать. Обидно чисто как, думаю. Вот. Держи на вот это обидно. Херач медведи. Андрей, спасибо еще раз тебе. Ушей медведя. Прям слева близко, да, было? Или мне показалось? Слева на втором этаже. Читай, браток. Ну, взрыв. Блин, ас меня сейчас задело. Вторая, да, комната была вот эта. Бля, гранат-то нет. Это чел отъехал или это бот лежит? А, понял, ебать. Ты что, живой, что ли, ебать? Он живой был. Ебать, позицию, ну как? Ну какую можно было выбрать позицию, чтобы так лежать вообще? Ой, ну Степа прям ору, конечно, с этого, который лежал. Под окно херово лежу. На третьем уменьшенке, мне кажется. Ну, может быть. Может быть. Вон, слева, видишь, идет. Ох,
Блять, это бот. Что за кек? Или бот орал, а чел типа другой. Потому что, ну, он как бы ходил, пикал же меня, не? В туалете сидит. Ладно, сиди. Опа, топают. Хотя, может быть, его взять стоит в натуре. Полтос по нас стоит. Чекайте минус ноги. Всего лишь одна. Как задонатить английский, не шарю. Чат, подскажите. Зачем английский для... Объясни мне. Так ты реально, Саня, сейчас встал чисто, чтобы пойти покататься? Или это шутка такая? Тоже крутится кто-то.